сегодня мы будем делать торфяные таблетки своими руками. Итак, торфяные таблетки мы делать будем двумя способами. Первый способ — мы будем использовать вот такой самый средний укромной материал. Я уже вот вырезала полосочку. Ширина ее где-то сантиметров 15. Длина делайте любую, ну сильно длинную не надо. И будем делать из бинта. Ну, бывают такие случаи, когда у нас, ну, нет укромного материала, хоть убейте. Вот в помощь вам будет бинт. Бинт тоже я взяла, сложила пополам. Заметьте, что вот из этих всех материалов торфяные, получается, таблетки достаточно качественные. Причем мы с вами будем внутрь сыпать тот грунт, который вы считаете нужным. Вы можете использовать какой-то грунт для рассады специальный. Можете грунт приготовить сами со своей земли. Можете использовать вообще комбинацию из разных грунтов. То есть такой, какой вам удобно. Берем любой грунт. Ну, помните, что грунт для рассады должен быть, особенно для такой начинающей рассады, когда она из семечек превращается в маленький росточек, должна быть рыхлой, питательной и иметь структуру без всяких дополнительных включений. Не иметь ни камушки, ни какие-то вот такие вот фракции. Этого ничего не должно быть. Должна быть легкой, воздуха и водопроницаемой. Ссылку по грунтам я дам. У нас есть шикарный ролик. В комментариях будет ссылочка, где найти этот ролик. Еще момент такой. Вы можете использовать не просто грунт, а сделать его с кокосовым субстрактом. Вот сейчас у меня просто нет наличия показать, но он очень часто бывает в магазинах, которые специализируются по продаже вот таких грунтов. Это кокосовый субстракт, это вообще волшебство сплошное. Итак, берем грунт, насыпаем его. Грунт должен быть влажный. Ну, чтобы вам удобно было скручивать. Насыпаем. Достаточно таким ровненьким слоем. Вот так. И начинаем вот эту сторону закрываем, чтобы не высыпалась наша таблеточка. Вот так распределяем. И начинаем закручивать аккуратненько. Если даже высыпается, не нервничайте, это ничего страшного. Мы потом этот же грунт и будем использовать. Ну вот, наверное, достаточно. Я сейчас вот это все отрезаю. Видите, как удобно. Раз, ножницы достал, все на месте, все под рукой. Обязательно должен у каждого садовода быть вот такой волшебный фартук. Оп, и все у меня на месте. Раз. Смотрите, мы подсыпаем еще земельки сюда. Можно одеть резинку вот сюда. Можете не одевать, ну и закрепите вот так резиночкой. Можно сильно не затягивать, можно веревочкой закрепить. Ну, что у вас есть подручного средства, какие такие вот мы закрепляем. Если там вдруг виточек какой-то попадется, можно вот так его немножко расправить. Еще засыпать вот так грунтик. Полить. Пожалуйста, торфяная таблеточка готова. Своими руками. Причем, вы знаете, она самая интересная, она мягкая, принимает форму любую. То есть можно сюда по размеру разных наставить, и вот всю емкость это. Если та торфяная таблетка такая, она более-менее фиксированная, плотная, то здесь они все такие в движении. Сейчас мы изготовим из бинта, я уже сказала. Бинтик вот так тоже отрезали, размер какой вам надо. Через бинт очень хорошо прорастает корневая система. Прям легко и просто. Заворачиваем вот тоже край. И начинаем закручивать. Берите так вот радиус побольше, чтобы внутри торфяной таблеточки было такое место. Не то, что вот мелко улитка скручиваете, а побольше радиус. Так, докручиваем. Если земля высыпается, ничего страшного, мы сейчас сюда подцепим. Вот так вот закрываю, чтобы не разматывалось. Смотрите, какая прелесть получается. Я досыпаю земли. Вот земля у меня сухая. Вы можете накрутить, а потом их увлажнить. Можете сразу мокрой землей складывать. И теперь смотрите, какой интересный момент. Видите, мы их ставим, они очень даже плотно друг к другу встают. Все у них так хорошо, они прекрасно дружат. Посмотрите, какой кулечек. И все, мы просто вот так сажаем, резинку снимем, разрежем ее и сажаем сразу в землю.
Это вот для перцев, баклажанов, те, которые не любят, чтобы их пикировали, вот тот самый замечательный способ. И таких мы можем улиточек, вот таких маленьких торфяных таблеточек своими руками приготовить великое множество. Я думаю, что все советы мои пригодятся. Оставайтесь с нами. Всем пока.